Литовских петербуржцев сегодня встречали в Доме журналистов. Генеральный консул республики собрал вместе разных представителей общины, чтобы они рассказали, как им живется в городе на Неве. Ученые, актеры, художники, преподаватели, сотрудники музеев, спортсмены делились историями своей жизни. На встречу пришла и актриса Большого драматического театра, которая призналась в любви к Петербургу, но при этом добавила, что скучает по своей родине. Видите, уже 45 лет я служу в театре. Я народная артистка России, бенгалинка. Я благодарна в этом смысле русскому народу, и я думаю, что вклад я вношу вообще в мировое искусство, а не, правда, не просто в русское. Мы часто бываем на гастролях. Повод для нынешней встречи праздничный. В этом году Литва отмечает столетие восстановления государственности. В Петербурге к этой дате откроется несколько экспозиций, пройдут концерты. Первую выставку сегодня представили на Невском 70. «Поющие холсты» – это работа выпускников кафедры текстиля в Вильнюсской художественной академии. Одно из полотен – музыкальное. Национальный мотив можно услышать, если прикоснуться к картине.